Всем привет, ребят, с вами я, Егор, Рейнджер Симулятор. Фирменный поезд номер 10 Донбасс с сообщением Донецк-Москва. Раф 2011-2013 года от Харькова, Пассажирского до Белгорода. Внимание, уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 258 с сообщением Севастополь и Москва отправляется с первого пути. Будьте осторожны, пассажирам желаю счастливого пути. Внимание, впереди красный. Слушаю на первом пути, через 7-115, машина с Дубов. Харьков, Болтавинский, Дестендрика, выходной, вас все у подсветки, доставляйтесь. Понятно, маршрут отправления с первого пути готов, Чадин, появился зеленый, отправляюсь. Верно, выполняйте. Выполняю. Ух, ё-моё, громко. Здесь просто. Это было поздно. Добрый Москва. Один из них не отправился. В чем дело? Внимание! Продолжается посадка на фирменный поезд номер 10 Донбасс с сообщением на Донецк Москва. Поезд находится на втором пути. Время отправления 21 час 32 минуты. Нумерация вагонов от электровоза. Такс, нам ехать час, ну максимум полтора. Так, что с неисправностью? Мы даже, наверное, тормоза не будем пробовать. Так, вот он поехал. Симферополь, Москва. Ну, вагончик Тургенев, правильно. Опять кому-то звонит. Торопись, механик, пробуй тормоза. Пробуй тормоза. Торопись, пробуй ТП. Пробуем на ТП. Внимание! Продолжается посадка на фирменный поезд номер 10 Донбасс с сообщением на Донецк Москва. Поезд находится на втором пути. Время отправления 21 час 30 минут. Нумерация вагонов от электровоза. За 30-м поедем, потому что это 30-й поезд. Отправился. Так, что здесь делает вагон Смоленск? Крупный порядок отпускаем. Так, третий путь есть отпуск. Внимание! Продолжается посадка на фирменный поезд номер 68 Крым с сообщением Симферополь и Москва. Поезд находится на третьем пути. Время отправления 21 час 44 минуты. Типа еще один должен поезд отправиться. Мы не застанем его в управлении. Рафик у нас староукраинский. Русско-украинская, а такие графики старые, очень такие растянуты, надо ехать еле-еле. Ну, поедем еле-еле. На 38-й позиции. Совершенно так, не максимум. Второй путь снимать, пробуем. Состав покажу. Сейчас 7-131. Донбасс. Донецк, Москва, Донбасс.
Все-таки сокращенку решили сделать здесь, по станции. Все-таки стоянция... Разлить порядка, отпускаем. Все-таки стоянка 11 минут, достаточно для сокращенки. Да, третий путь есть отпуск. Харьков, пассажирский, дежурный. Слушай, Харьков, пассажирский, на Петрика. На втором пути под поездом номер 10, ЧС-7-122, машинист пасечный. Электровоз приняли, к работе готовы. Поеду на втором пути, ЧС-7-122, машинист пасечный, машину приняли. Ожидайте разрешение на отправление. Я вас понял, ожидаем разрешения на отправление. Верно, вы понятие. Сейчас появится. Внимание! Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на фирменный поезд номер 10 Донбасс с сообщением на линии Москва. Поезд находится на втором пути. Просим пассажиров проверить у себя наличие проездных документов и занять места в вагонах, а провожающих выйти из вагона. Теперь у нас посадка заканчивается в нашем поезде. Встречный. Вот там, вот тут. ЧС-2-575, машинист Хабибулин. Слушаю. Александрика, принимаю вас на 5-й путь пассажирского парка. Машин готов, мы на бригаде. Я вас понял, Харьков, пассажирский принимаете на 9-й путь. С остановкой маршрут приема готов. Смена бригады будет. Верно, вы понятие. Выполняю. Слышно, этот пост прибывающий. Внимание! Уважаемые пассажиры! Скорый фирменный поезд номер 10 Донбасс с сообщением на линии Москва отправляется со второго пути. Будьте осторожны! Пассажирам желаю счастливого пути! Ну-ка. А, мы должны его открыть еще. Давай, он откроет его сейчас. Машинист поезда номер 10 по второму пути.
На втором пути поезд номер 10, 7122, пасечный, слушаю вас. Александрика, пограничный таможенный контроль, окончен, мусор, который вам готов, Ч2П, открыт, можно отправляться. Я вас понял, пограничный таможенный контроль окончен. Маршрут отправления со второго пути готов. Ч2П вижу зеленый. Отправляюсь на график. Зеленый, выполняйте. Выполняю. Где же у нас проба тормозов, а? Давайте сейчас даже разводимся, мака. Как это спасти? Так, там, блин, еще кто-то прибыл тоже. Летит. Thank you.
Вот, спасибо. Это не конечно. Начального поезда ответьте, машинист. Начального поезда Антон, я слушаю вас. Машинист Васич, проверка радиосвязи, дайте вызов. Слышу вас хорошо, посылаю вызов. Вызов получил, спасибо. И номер маршрута выписан. Номер маршрута сейчас... 12.89. Понятно, 12.89, счастливого пути. Спасибо. Вам тоже счастливого пути. Первый.
главное не забуксовывать.
оранжевый рафик увел эту станцию, надо притормозить. Это было просто быстро слышно. Пробуйся, там начнутся холмы. Даже на холмы не было горы. Как не было горы, не было места. Морская. Больше всего воробушная. Воронежская, Курская, Белорусская, в принципе, вроде одинаковые, не было горы. Но воронежевые самые такие вот горные горы. И все. Похожи на горы и самые высокие. Давайте 38-ю позицию. Я просто пишу. Начал это.
точками, участок отвисает. Я, кстати, вообще, когда я запускаю сценарий, даже проезжаю где-то 1-2 перегона сценария. А сценарий я вот только что скачал. Сейчас четверка, записываю это видео, ну, либо его завтра вечером, либо это пример, либо просто выйти его в закон. Чего опыт, я думаю, можно делать ограничение где-то 80 или 90, может даже 100, потому что это поездам проходит мимо, зачем он сбрасывается, ограничение стоит 100 метров станции и так до выходного, ну, 120. Те, кто останавливается, ну, те останавливаются. Прекрасно, что тут главное потом приехать раньше, потому что 4 минуты не прибыть. Нужно проехать ее уже через 4 минуты. Я, конечно, сейчас не могу тормозить. Я думаю, 80 всего лишь. Собака до 2 FPS просела. Вот сейчас 1 FPS вообще был. Что это за хрень, о чем сидит? И
правильно, а потом опять 80 будет. Потому что, чтобы не догонять того, кто проект не идет. Он за где-то 200 треков гонялся. Не успеем, потому что ментальная ставка на границе. Может, он просто бросит.
О, в России!
разворачиваемся, еду, все равно слышу. Встречный, это у нас пища 120. Тогда вообще 60. С копейками. Это чаще было единственное. Короче, я не пробовал еще на кого-то испытать. Из видео, а потом уже поясните. Ё-моё. Расслабляющий ключ. Поехать, хорошо. Правильно, легко это новороссийск, не слышно такой. Сначала холмы, потом еще горы начинаются. Вот у нас есть только такой дорога горячего участка. Вот, пожалуйста, ой, дорога горячего, до Краснодара. На нем это будет посетить.
Ростова до Краснодара 30-м был. 140 пытался тогда брать. В итоге нагнал график только с помощью того, что ехал 120 превышая на 1 км сейчас. За одну скорость. Так, а что мы тут здесь? Надо брать графики поездов, которые там, например, по ДП-20. Потому что раньше было. Поезда, которые водили раньше ДП-20, ездили. Сейчас водят ДП-20, ездили раньше по ЧС-7, ЧС-плюс. А эти остальные, ну, водили всякие там ЧС-2, ЧС-4, потом ЧС-2К и ЧС-4. Получается, на линии временного тока ЧС-8 заменили на ЭП-10 сначала, ну, чтобы он не особо показал себя. Что-то вроде бы поменял. И их всех столкнули на Киевку. Потом мы ЧС-писали. Потом сделали ЭП-20, который по мощностям, в принципе, через, ну, такой же мощный, как через 8, через 7. Ну, то есть, может их спокойно заменить, только в общем, заменить какой-то. И это, когда, а вот через 4Т, получается, на линии примерно через 4, на юге, потому что на севере нет. Вообще, вот вся эта страна, там ЧС-4 и ЧС-4П были заменены на белые. Ну, это в основном поезда на 120. А поезда на 140 начали обменять на ЭП-20. Но вместе с приходом к P1M графики были сделаны для вообще там езды где-то 70-80 км в час. И ну, даже на ведре как-то ехать невозможно, коли в траву начать цеплять. Потому что на ведре хочешь ехать все 120, а между этим 60-70. Или раньше по ТБ-20 можно еще на ЧС-8 ехать. Но сценаристы зря в основном цепляют все-таки ведро. На ведре, особенно на лихая росток. Ну, фильм не гонишь. Нереально. Есть сценарий 102, 104, 104. График. Ну, сложненький. С опозданием максимум там 3 минуты, ты его проедешь. 2-3 минуты будешь опаздывать, ты его проедешь. Единственное, наверное, вот, там просто по сулину стартуешь, ты с остановкой. Ну, ведро-то тяжело там по рельефу ехать, там, если... Получается опоздание. Вот я приехал в Ростов с опозданием в 1 минуту. Да. Вот получилось. Я даже раньше ехал. Ну это вот когда я уже узнал, что его можно включать авторегулирование, конечно, это незаконно, потому что оно, если у САВ
Труса П. Сколько ты типа включаешь? В обычную систему управления есть как. Груз контроль вроде еще работает, но вот что-то промаживает, короче. Не знаю. Я, в принципе, ехал. Но я там только на подъемках поставил. Особо-то я ничего не замечал. Просто он как-то едет на подъем, держит больше скорости, все. А на равнинах спуске я ехал на автобус. Заметил только, что он жив. Так. И... получается бедро, ну вот, получается, существует я проехал с минутой наказания, но 102 Сулина я проехал расшел с опозданием 25 минут. Потому что вообще не вот на график. Еще и еще. Не понимать, как поезд, который там мало нырится. А там с таким профилем надо лететь под 140 на этом сраном ведре. Еще и пневматику тормозить. А я пневматику не особо-то и умею тормозить. Для меня это был сущий. Я посмотрел видео там всяких блогеров, вроде эти, братья и стрелки, чтобы там люди ехали. Он, Леха. Ну, вот 15 минут. Если бы я умел ехать на пневматике, я бы, может, тоже где-то с опозданием бы 15 минут ехать там. 15-20. Вот это вот я ехал. Погнать мы. Положились почти, что вас писали. Можно даже вовремя проехать. Это стало, что... Он стал всех ну, где-то 20-25. Так вот. Наверное, в общем, тяжело. А если взять через 8, то я проеду спокойно все это. Единственное, что надо будет работать вот этим тумблером. Вот так. Туда-сюда. Вот в чем проблема. Остальное все нормально. Через 8 можно проехать нормально. 102, 104 тем более. Надо будет как-нибудь 104 сценария проехать. Ну, 102 на ведре. Не поедем, поедем на через 8. Потому что на ведре. Хотя нет, на через 8 я не хочу. Будем ехать, опаздывать. Нас потом увольнять, понижать так. Хотя, по сути, вообще любит за это. Если я не тепло, я пройду. То где-то я там не буду. Не мультиплеер, а сценарий этот. Для прохождения, ну. Да, он должен давать класс машиниста. Типа, сначала помощник. Класс машиниста.
А вот маршрут Ростов-Кавказск достаточно легкий. Подъемы, конечно, есть. Прям долгие такие затяжные называют. Это до 9 градусов, 9000. Но особо-то природа не любит. А, хорошо, Кавказ, жаль. Конечно, сценария я нигде такого не видел, но я могу сам его склепать. 3-4 просто. Москва Кисловодск. Поздравляю. Там будет быстрее. Сделали БФ блокай. Зашибись. Все отлично. То есть поезда какие-то легкие. Нет, мы это блокай. Через 7 ставить. Я пойду в рынок там ласточки или БФ ласточки.
Вот даже так, да, доста, потому что... Я думаю, что можем опоздать. Ну, конечно, по правилам... Минус... Плюс 5 минут на конечную станцию можно прибывать? Но лучше ехать. Началось сбоку от нас. Двухполосный, но не спрашивает. Думаю, нужно даже шнур. Снимай все-таки что-то правое, да? Вот трава, кстати, не понимаю. Сейчас обновить будем. Конечно, место маневра будет несложно. Когда ты 104-й часть. Сначала отъедешь туда, потом поменяешь кабину, потом отъедешь туда, там бросишь автобус. Скорее всего, так и будет. Вот и берег начинается. Торговый центр не понимает. Пошли в малоэтажные пригороды, удачный домик, а он уже не выпущен.
Столбина на предходном Белгорода, ЧС-7-122, машинист пасечный под поездом номер 10, слушаю вас. Белгород, дежурный по станции Григорьев. Маршрут приема вам готов на второй главный путь. Входной открыт, маршрутный ЧМ-2 белый. По прибытии сразу закрепляйте состав, отцепляйтесь и маневровым порядком следуйте за НМ-2. Маршрут готов. Я вас понял, маршрут приема готов на второй главный путь с остановкой. Входной открыт, маршрутный ЧМ-2 белый. По прибытию сразу закрепляем состав со тормозами, отцепляемся. Маневровым порядком следуем за НМ-2. Внимание. Маршрут готов. Впереди желтый. Внимание. Впереди желтый. Выполняем, машинист пасечный. Вот у нас еще спуск, еще 40. Тормозец. Внимание, впереди желтый. Чё-то раньше приеду. Ладно. Лучше раньше, чем опоздать. Сейчас ещё пока подтяну, может максимум минуты будет. Сейчас ещё это приеду. Ну где-то на 2 минуты раньше. Давайте у нас на 20. Там запрещающий. Уважаемые пассажиры, при переходе через железнодорожные пути будьте внимательны и осторожны. Переходите железнодорожные пути только через переходные мостики и галерею. Переход пути в неустановленных местах запрещается. Нарушители подвергаются штрафу. Не подвергайте свою жизнь опасности. Берегите жизнь детей. Звук взял с вокзала Ростова, кажется. Так, ну мы тянем чуть-чуть еще, чтобы, ну, две минуты было, немножко выйти. Уважаемые пассажиры, пассажирский поезд номер 595, Минводы, Москва, прибывает на третий путь, платформе номер 2. Пассажирский поезд номер 95.
останавливаемся. Все, умерлись мы. Так. Так, когда нам отправляться? Так, это я должен ехать сейчас до 79-го ТРК. Закрытый лобилом. Как он запрещен? Впереди красный. 20 по 79. Понимаю, на нем остановка. Так, 80. У нас остановка. Мы меняем кабину и выбрал сторону. Пятая подходит электровоз, будь внимательно осторожно. Пятая подходит электровоз, будь внимательно осторожно. Так, нет, стоп. Мы остановились. А, нам что-то тут надо дальше ехать. Поехали дальше. Что за значки? А, да, точно, попал туда прямо. Я дурак, я забыл. А вон российский электровоз, который где-то потом подцепится. А вон... Внимание! Впереди трасса. Так, у нас... Нобикский лет, я не помню, да. Тогда 69-го, я так понял, 69-го, это брат у нас остановка. Так, отрубаем все.
Я затормозил на шлифтру, чтобы свет. Да, выключил, выключил. Машинист поезда 19-го с Борси поберите. Да я. Так, вылазим за машину. Берите Кодинское входное открыто на первый путь, едете в Ленин. Ну, такая у нас поездочка получилась. От Харькова до Белгорода. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте это всякие лайки, комменты. Всем удачи, всем пока.